Всегда выглядит молодо. Сегодня у него день рождения, юбилей, 60 лет, и его духовный учитель Гопа Кришна Госвами, вот, он подписал и дарит ему такую удивительную книгу на память, чтобы всегда помнил Кришну, какая Шивападаки. Для тех, кто сегодня у нас первый раз или гости, я хотел представить сегодняшнего нашего лектора. Это его святейшество Шрила Гопал Кришна Госвами. Первый раз Гопал Кришна Махарадж приехал в нашу страну в 1976 году. Кто-то, может, даже еще не родился из вас в это время. Вот. И он уже привез книги, и он проповедовал по библиотекам, привез книги Советский Союз, в Ленинград тогда еще. И привез книги о духовных знаниях, библиотеке. И вот спустя почти 40 лет, вот, он был, не, последний раз он был 5 лет назад у нас в Санкт-Петербурге. Вот, не такой частый гость, очень редкий, издалеко, горячо любимый нами гость. Поэтому давайте его поприветствуем от всего сердца. Hare Krishna.